Давай, давай, в атаку беги. Ты что стоишь-то? Ух ты, смотри, он отводит моего работягу. Кыш, кыш от него. Давай, убей его хотя бы, попробуй. А, видишь, нежить, нежить. Давай, бей его, пока он там встает. А ты чё пошел? Ты вот этого убивай. Ты куда? Блин, смотри. Все, он умер. Да, дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. Что ж, поехали. Последний рубеж. Финальная битва. Все ваши враги объединились и хотят уничтожить вас и захват их земель. Используйте все технологии, полученные за все время войны. Хорошо. И нам нужно уничтожить вражескую статую. Давайте добавим рабочих и парочку воинов. Чем занимается наш враг? Он создал капитона, который бежит, бежит, бежит на нас. Но мы тоже создали своих яромечников. Не знаю, двое яромечников против одного капитона. Давай еще одного лучника создадим. Да, капитон у них очень сильный. Офигеть, просто офигеть. Давай я тебе попробую помочь. Помочь победить его. Есть. А, да, все. Все хорошо. Мы его убили. Ага, давай, 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 давай. Стреляй, стреляй в него. В него стреляй. Ты куда стреляешь-то, алло? Во, молодец. Кто у нас там еще дальше? Так, ладно. А, вот, смотри, бежит, давай. Давай, давай. Давай, давай. Стреляй в него, давай. Так, убили его. Так, всем прятаться. Всем прятаться, пока у нас нету таких сильных чуваков. Мы сейчас создадим монстра. На монстра пока денег нету. И навряд ли хватит. Давай лучников создавать. Все, поехали все, все вперед. Все вперед, вперед. Вот, уничтожили, молодцы. Еще один лучник, смотри, прибежал. Мы не должны дать им победить. Ребятушки, давайте. Лучники, кто у меня вообще есть тут? Давайте еще одного такого яромечника. Давайте, стреляйте в этого гада. Все, нападать, нападать, только нападать. Все, побежали. Побежали хоть во строе, но, в принципе... А, против одного? Нормально, мы сейчас убьем его. Так, все, этот начинает прятаться. Этот начинает прятаться, гад. Все, отбиваем. Так, отходим. Сейчас мы создадим еще рабочих. Давайте, сколько там? Двое, двое рабочих, да, мы можем создать. Ждем, 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 ждем. А, давайте создадим еще лучников. Так, они, смотри, стоят, защищаются. Хорошо. Все, убили моего. Угу. Все, убегают. Мы тоже сейчас убежим. Тоже мы отступим. Мы не будем стоять и ждать, пока нас убьют. Так, рабочие у нас работают. Хорошо. Сколько? Давайте еще одного рабочего создадим. Что у нас здесь? Ребята работают. Ага. Все убегают. Убегают, так убегают. Ничего страшного. Давайте еще пару лучников сделаем. Все. Видишь, как тактика какая. И будем копить на большого монстра. Да-да-да-да-да-да. Копим, копим, копим. Так, пока денег не хватает, смысла нету никого. Давайте, ребята, уничтожайте их. Поехали, поехали, поехали. Еще немножечко. 5 секундочек. Все, пошли, пошли уничтожать их статую. Так, все, отходим, а то убьют нафиг вас всех. Давай еще. О, вот все, мы монстра мы можем создать. Великана, хорошо, подождем немножечко сейчас. Нам нужно хотя бы парочку здоровяков. Парочку здоровяков. Вот, нормально, мы сейчас уже подкопили, подкопили денежек на второго здоровяка. Все, ждем. Так, а что у нас здесь? Работники работают, и здоровячок наш идет. Хорошо. Замечательно. Угу. Сейчас мы им покажем, где раки зимуют. Все, нападаем. Сколько выйдет лучников? Если один... О, нормально. Двое, трое. Да откуда вас трое-то взялось-то? Алло. Давай еще одного гиганта. Давай. О, смотри, гигант еще один вышел.
Ничего страшного. У меня и на подходе скоро второй гигант выйдет. Давай, уничтожаем его. Вот, поехал второй гигант. Давай, давай, давай. Мы сейчас должны выиграть. Так, все. Хорошо. О, мы уничтожили, смотри. А, нифига себе. В смысле? Монстр какой-то, смотри, видишь, вышел. Вау, вау, вау. А там еще огромный, смотри, стоит. Ё-моё, что ж делать? Давай этих больших тогда увеличивать. Ёлки-палки, давай, давай, давай. Бей его, бей, бей, бей. Давай, 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 большого этого монстра. Ё-моё, смотри, какой огромный монстр. Я забыл, что они здесь огромных монстров выпускают потом. Ладно. Ничего страшного. Еще сейчас одного создадим. Давай, 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 мочи его, мочи этого монстрика, монстра вот этого. Давай, 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 давай. Скоро на подходе у меня второй выйдет. Надеюсь, у меня там работники заработают денежек. Давай, 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 мочи его, мочи, быстрее, быстрее, быстрее. Все. Убили. Так, у нас идет второй монстр. Хорошо. А вы деньги так зарабатываете? Молодцы, зарабатывайте деньги. Давайте. Давайте, ребята. Сейчас мы должны победить. Так, давай, давай, бей его, бей, бей. Ты чё стоишь? Давай его, бочи, хорошо. Да, монстр огромный просто, ё-моё. Давай второго срочно. Срочно второго. А где у меня стрелки? Один выбежал только. Ладно, один так один, ничего страшного. Давай, мочим его, мочим. И у нас скоро потом на подходе второй. Второй здоровяк придет. Да, тяжело, тяжело, конечно. Ой, все, умер. Так, денег нету, ребята. Давай, мочи его, мочи. Ах, все, убили его. Что у нас там? Двое лучников всего лишь. Да, мало, конечно. Ой, он одним ударом их убил, прикинь. Одним ударом, ё-моё. Давайте, давайте, давайте здоровяка этого уничтожим. У него уже здоровья совсем мало. Давай, бей его, бей. Так, а что у меня у нас получается? Золото кончается, да, к сожалению. Вот у нас и второй здоровяк. Ладно, давай лучников тогда уже, что. Ну, лучники, они много не дадут урона. К сожалению, много урона они не дадут. И на здоровяка у меня не хватает денег, к сожалению. Да, рано-рано я вышел. Рано я вышел, все, уничтожили. Ну, давайте, стреляйте тогда, что получается. Ох, он одним ударом их мочит, смотри. Офигеть, офигеть, просто одним ударом. Ладненько. Так, что у нас, деньги есть? Нам, блин, мы не сможем уже и накопить. Так, все, отходим и давайте, стреляйте, стреляйте в него. Нет, смотри, у него, какая у него мощная сила. У меня один лучник почему-то вышел. Давайте, кто там у меня? Давайте этих маленьких малышей выпустим. Нет, не выпустили мы малышей. Малышей не выпустили. Так, ну давай сюда зайдем. Что у нас здесь? Какая игра? Почему мы здесь не можем пройти? Сделка с нежитью. Хорошо. Сделка, так сделка, значит, дружим. Если сделка. Что у нас здесь? Ага. Сделка с нежитью — это не твоя сделка, а сделка врагов. Они будут с нежитью. Понятно. Ну, ничего страшного. Давай сразу ребятушек сейчас выпустим. Он волшебника, смотри, выпускает. Гад. Да. Давайте заработаем немножечко денег. Давай, давай. В атаку беги. Ты что стоишь-то? Ух ты, смотри, он отводит моего работягу. Кыш, кыш от него. Давай, убей его хотя бы, попробуй. А, видишь, нежить, нежить. Давай, бей его, пока он там встает. А ты чё пошел? Ты вот этого убивай. Ты куда? Блин, смотри. Все, он умер. Он умер. Давай, лучников создадим. Парочку. Что у нас здесь пока по нашим шахтерчикам? Так, шахтеры работают, хорошо. Бежит у нас воин. И падает. Падает, не знаю почему. Сейчас, наверное, умрет скоро. Да. Что у нас там лучники? Лучники выходят. Да, ты его не трогай, а, волшебник. Мне кажется, нам нужно, может, отойти. Или нет? Да.
Дела, конечно, дела с ними воевать. Конечно, жестоко, жестоко. Давайте все быстренько домой. Немножечко подождем и их убьем. Наши защитники. Давайте, да сколько там у вас двое? О, третий пришел. Нормально, давай, давай, убей их. Давай лучников сразу создадим. Подождем немножечко, пока они там создадутся. Все. Ох, 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 что творится, ребята? Что-то творится нехорошее. Вот лучник один. А что ты выбежал, алло? А ну, последим. Странно, он умер. Не знаю, зачем он выбежал вообще. Мы тут долго, конечно, стрелять будем. Этот постоянно каких-то чародей. Чародей постоянно кого-то, воинов тут создает. Так, кто у нас там? У нас есть лучники, которые идут в атаку. Давайте, ребята, убейте их. Убейте. Убейте всех врагов. Стреляйте, стреляйте. Давайте, быстрее, быстрее. Да, шахтеров я не могу в домик запустить, к сожалению. Они все умерли. Это очень плохо. Ой, тяжело, тяжело, конечно, нам будет здесь. Давайте одного обычного воина создадим. Даже можно двоих. Пока деньги есть. Давайте, стреляйте. Не знаю, что получится, конечно. Вот надо вот этого мага. Пока вы мага не убьете, ничего не получится. Ты куда побежал, алло? Ну, воины вон там стоят. Он, смотри, он бежит куда-то. Он, во-первых, не стрелял, он просто бежал. Он был зачарован магией, как и этот чувак. Вот ты куда бежишь? А, он отравлен, смотри. Он отравился и убегает куда-то. Да. Давай хотя бы этого. О, давай, давай этого убей. Молодец. Вот этих рабочих тоже убивай. Во, молодец, хорошо. Хорошо я стою здесь. Да. Ах, вы гады, вы стояли слишком близко. Так, отходим. Отходим, ребята. Давайте сразу рабочих создадим. Что у нас там? Бригада Ух из 4 человек. Ой, хорошо, теперь мы будем атаковать вас, ребята. Все. Давай побольше рабочих, максимальное количество. Сколько у нас тут рабочих-то? Пока трое. Денег пока нету. Так, давайте нападайте на них. Все, сейчас мы, ребятушки, прибегут и вам накостыляют. Давай еще одного рабочего сделаем. А сколько у нас там рабочих? Четверо. Надо еще двоих. Четверых. Все, достаточно, в принципе, достаточно. Нормально. А, вот они у нас. А, давай на них нападем. Что это? Давай, давай сейчас, подожди. Еще одного лучника создадим. Это хорошо, что они просто сейчас стоят. Так, отходим. Работников у меня, в принципе, достаточно. Пусть работают. Хорошо. Пусть все золото там заберут. Ух ты, вышли. Сейчас мы вас накостыляем. Так, у них тут один... А, уже трое. Все, отходим. Побольше лучников. Нам нужно побольше лучников. Алло. Да что творится? Почему? Почему? Где все-то? Алло. Двое всего лишь. Давайте стреляйте. Стреляйте, убивайте их. Все, они прячутся. Нам нельзя стоять под шквалом огня. Поэтому нам нужно отходить. Иначе ничего хорошего не будет. Вот один. Один бежит. Давай, стреляй. Так, а мы тебя сейчас убьем. Подожди, куда? Они убегают постоянно. Смотри, вот у них тактика такая. Нехорошая. Так, а ты что, чувак, побежал? Алло. Я не знаю. Он с ума сошел. Начал бежать зачем-то. Все, пошли. Поехали нападать. Семь лучников у меня. Ну, мы вас убьем. Вот этого надо гада, главное, пострелять. Видишь? Ну, так неинтересно. Они постоянно убегают. Ладно, подождем. Когда вот у меня большая бригада будет. Бригада лучников. Ну, тогда им не поздоровится. Вот видишь, только мы нападаем, и сразу же они прячутся. Как крысы.
Но у нас один дурачок всегда найдется, который побежит и начнет атаковать. Это не, это как-то странно очень. Ух ты, что он делает? Давайте убейте их уже наконец-то. Все, отходим. Все отходят. Все хорошо. Ну, золото тоже не бесконечно. Они, смотри, уже заканчивают это золото добывать. А у них здесь, в принципе, скоро они тоже кого-нибудь выпустят. Тихо, тихо, тихо. Ну, не смотри, трое лучников, а? Давай побольше. Вот лучники долго очень создаются. Вот этот, смотри, дурачок. Чё с ним? Чё он сюда побежал? Отходим. Давайте капитона одного создадим. Посмотрим. Капитона. Ну, потом, когда сейчас все лучники, мы создадим всех лучников. Потом выйдет капитончик мой. Но хотя он у меня не прокачанный, поэтому смысла я не вижу никакого. Поэтому не будем мы его выпускать. Будем чисто лучниками убивать их. Что у нас здесь? Лучников мало. Вот, смотри, один побежал. Я не знаю, вот что он побежал. Давай назад. Смотри, он я им не могу... Я им ничего не могу сделать. Он просто тупо побежал и все. Да, какой-то глюк. Все, его убили. Давайте уничтожать тогда статую. Ну, что делать? Он у меня 36. 30... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отходим. Отходим, все отходим. Нападаем. Нам главное вот этого большого монстра уничтожить. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, а ну-ка, отходим. Нападаем. О, вау-вау-вау-вау-вау, смотри. Он еще этих монстров создает. Как бы мне его отвлечь? Давайте одного большого гиганта тоже создадим. Даже вот двоих, пока деньги есть. Так, отходим. Вас же стреляют. Вы куда бежите-то? Алло. Сколько у них, кстати, тут этих было воинов-то? Не, уже не увидишь. Ладно. Тут, в принципе, бригада тоже большая подоспела. Все, они убегают. Так, один дурачок выбежал. Они его сейчас убьют. Все. Два раза они стрельнули и его убили. Ну, ничего страшного. Давайте, лучники, стреляем. Во, молодцы, еще. Так, все, отходим. Отходим, отходим быстренько. Да, у меня сейчас гигант. Я сейчас гиганта своего создам. А вот, один гигант уже есть. Давай еще второго. Побольше гигантов сделаем. Пока у нас есть деньги. И будем уничтожать потихонечку их статую. Так, все, уже стреляем. Давайте их, этих всех убьем, ребят. Нет, они опять, смотри, они опять убежали все. Давай еще одного гиганта сделаем. В принципе, уже можно нападать. Спокойно. Сейчас посмотрим. Если они опять отбегут, мы тоже отойдем. Все, мы тоже отходим. Ох ты, попал все-таки, да, в моего воина. Вот, а, давай еще лучников создадим. Так, ну, у нас бригада большая, в принципе, я думаю, мы уже можем нападать спокойно на них. Поэтому ничего страшного. Все, в атаку идем. Идем в атаку. Уничтожаем их статую. Уничтожаем и завоевываем. Давайте, ребята, немножечко осталось. Давайте уничтожим. Молодцы. Молодцы, все. Наша армия победила. Круто, здорово. Мы победили армию вампиров. И заработали алмазики. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.